Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбар. И начнем с цифр статистики. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары и ЧС спасатели совершили более 230 выездов. На пожарах погибли уже 2 человека. Четверо, в том числе один ребенок, пострадали. А вот 43 человека работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. А началась неделя для столичных спасателей по недоброй традиции с тушения автомобиля. На этот раз, вероятнее всего, короткое замыкание электропроводки стало причиной загорания в панели прибора Volkswagen Charan в понедельник утром на улице Пушкина. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, но огонь все же успел повредить салон немецкого минивэна. Во вторник днем на улице Долгобродской дотла выгорела квартира. Эту однушку на 5-м этаже спасателям в течение суток пришлось тушить 3-жды. Первых 2 вызова поступили накануне, в понедельник, из-за загоревшейся на кухонной плите еды, а спустя несколько часов спасателей вызвали тушить кресло. Из-за неосторожности при курении загорелась его обшивка. Последнее сообщение от соседей поступило в службу 101 во вторник в 16 часов. Легкомысленность хозяина могла стоить нескольких жизней. Квартира была сильно захламлена, и огонь охватил жилище в считанные минуты. Нескольким жильцам дома понадобилась срочная госпитализация. Между 7-м и 6-м этажом на лестничной клетке огнеборцы обнаружили в бессознательном состоянии женщину. При помощи маски она была спасена и передана медикам. Из квартиры над горящей были эвакуированы девочка и ее мать. Пламя удалось сбить довольно быстро, но вот с сильным задымлением спасатели боролись несколько часов. Пришлось задействовать 10 пожарных расчетов. Что послужило причиной пожара, выясняется. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Стоит отметить, что с предполагаемым виновником пожара не раз проводили профилактические беседы. Ему предписывалось навести порядок и убрать хлам в квартире, а также не вести асоциальный образ жизни. Накануне его даже забрали в милицию. Но и это, как видно, не помогло. Минск чрезвычайный. Еще один пожар, случившийся в этот день вечером, закончился уже трагически. Прибывшие по вызову на проспект любимого спасателя обнаружили в прихожей труп хозяина квартиры. К слову, освободившегося из исправительной колонии за день до трагедии. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Известно, что он употреблял спиртные напитки и курил. Также в этот день водитель Volkswagen Jetta наехал на пьяного мужчину, лежащего на дороге. Наезд произошел около 11 часов вечера во дворе дома по улице Брестской. В результате ЧП 38-летний мужчина оказался заблокирован под автомобилем. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу. В среду во второй половине дня в гараже гаражного кооператива на улице Халтурина хозяин вовсе не халтурил, а активно работал болгаркой, искры от которой стали причиной пожара. Оперативно прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что в гараже горит легковой автомобиль Honda Civic. Теперь виновнику случившегося, владельцу иномарки, придется не только уплатить штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, а также приобрести новый автомобиль, а заодно сделать косметический ремонт в гараже. В четверг вечером на Партизанском проспекте горел рейсовый автобус. Как оказалось, возгорание произошло в начале 8 вечера в моторном отсеке транспорта. Огонь перекинулся и на салон. К счастью, в нем не было пассажиров. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Водитель отделался лишь легким испугом, а вот автобусу понадобится реанимация в виде ремонтных работ, прежде чем он отправится в следующий рейс. Конец рабочей недели и выходные выдались для спасателей спокойными. Серьезных по своим последствиям пожаров в городе не происходило. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Минск чрезвычайный. В прошлом году из-за неосторожного обращения с огнем в республике произошли 2242 пожара, на которых погибли 413 человек. 89 жизней унесли пожары из-за нарушений правил эксплуатации печей и электроприборов. Причиной 95 пожаров стала детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП, происходящие в домах у людей, это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей завтра в республике стартует акция «Безопасность в каждый дом», в рамках которой работники МЧС выступят перед трудовыми коллективами на предприятиях и в центрах соцзащиты, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в вузах, СУЗах столицы. Завершится акция 28 февраля массовым мероприятием, которое пройдет в одном из торговых центров города.
На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.